Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о способах исправления кривизны ног. Кривизна ног у нас бывает O-образная и X-образная. Какие же методы бывают, да? Это липофилинг, круропластика и круропластика с липофилингом. В случае липофилинга забор жировой ткани делается с зоны живота, либо зоны бедер, в зависимости от конкретного случая пациента. Например, если это X-образная кривизна ног, то зачастую забор жира делается именно с внутренней либо внешней стороны бедер для того, чтобы добиться самого ровного, да, результата ног. Если это у нас круропластика, то есть исправление кривизны ног с помощью имплантов, в этом случае доктор делает небольшой надрез в зоне голени и вставляет туда импланты, да? И если у нас липофилинг вместе с круропластикой, в этом случае у нас используется имплант, также делает доктор надрез, вставляет импланты, но также еще делается и трансфер жира. Снова делается забор либо с зоны живота, либо с зоны бедер. В этом случае у нас получается самый, в принципе, естественный результат. Если кривизна достаточно, да, большая, если у нас работы много в случае конкретного, да, пациента, то делается, как я уже сказала, имплант вместе с липофилингом. Но если у нас кривизна небольшая, то можно исправить все только с помощью трансфера жировой ткани. Также липофилинг, это у нас, можно сказать, так два в одном, да, делается забор с бедер либо живота, то есть у вас липосакция вместе с исправлением кривизны ног. Но если, например, у пациента не хватает жира, также такие ситуации бывают часто, то тогда можно обойтись только имплантами. Вам нужно будет находиться 3-4 ночи для того, чтобы доктор не только сделал операцию, но и вы пришли, чтобы на контроль после операции. То есть, например, вы сегодня прилетаете, завтра у вас операция, одну ночь вы остаетесь в госпитале, на следующее утро доктор приходит на контроль, он вас проверяет, и вы выписываетесь с госпиталя. Через 2-3 дня вы приходите в клинику, доктор снова смотрит, да, вам выдают компрессионное белье, которое нужно будет носить в течение 3 недель после операции, и вы сможете спокойно вернуться уже к себе домой. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь, пишите нам, мы с радостью на все ответим. Также вы можете посмотреть на YouTube-канале и в Инстаграме, у нас много видео, много фотографий до и после, да, наших пациентов. Можете почитать отзывы, и мы ждем вас в Стамбуле. Всем пока, до свидания, спасибо за внимание.